представляем лучшее предложение и полуботинки Prudence. Причем самое главное, мы хотим, чтобы вы были яркая, красивая, чтобы вам было всегда удобно, чтобы ваш каждый шаг, да, в вашей жизни это было особенное настроение, ну и самое лучшее. 2999 рублей – это самая лучшая цена на высококачественную коллекцию. Тренд, удобство, универсальность. Потому что красивая обувь – это всегда желание женщины. И только в нашем эфире ты исполняешь, как волшебник. Вот ты так, знаешь, заманчиво, загадочно стала говорить. Я аж прям прислушалась. Такая магия, такой гипноз. Давайте поговорим с вами про полуботинки Prudence, что ли, да? Согласись. Но мало того, что они выглядят роскошно, Лена уже, конечно, успела опробовать все их удобство. Обратите внимание, пожалуйста, что здесь у нас высококачественная эко-кожа. Причем у нас есть две фактуры. Это лаковая фактура, которую я сейчас держу в руках. И я уверена, наши дорогие телезрительницы обязательно выберут для себя именно вот эту антивандальную, да, красивую, яркую, эффектную лаковую фактуру. И есть также еще фактура обычной гладкой кожи. Так, давайте с вами рассмотрим конструкцию. Во-первых, у нас есть целых две эластичных ленты. Располагаются они с наружной и с внутренней стороны. И с внутренней стороны, вот пока мы очень-очень крупно, давайте, вот я, наверное, подойду сейчас к тумбе, да, будет поудобнее. Итак, посмотрите, пожалуйста, с внутренней стороны, дорогие наши телезрительницы, вот у кого есть вальгус, да, здесь есть специальная вставка. Вот для того, чтобы вы не испытывали какого-либо давления, посмотрите, как она выглядит, вот видно, да, вам, вот она, специальная вставка, поэтому, если у вас косточка даже очень-очень большая, ей будет комфортно, она будет чувствовать себя комфортно. Плюс ко всему, здесь литьевой метод крепления подошвы, здесь у нас пяточная приподнятость 4 сантиметра и очень мягкая, гибкая подошва, которая, конечно же, обеспечит вам легкость походки, которая нам так и нужна. Необходимо. Да? И, конечно же, да, вот этот стиль, потрясающее удобство, это все в наших полуботинках Prudence. И самое главное, что наша обувь, в которой мы уверены, и мы уверены в том, что ваши ножки не будет жарко, она не будет потеть, она не будет преть, ваши пальчики будут очень хорошо там внутри, да, с такой мягкости, устойчивостью стопы, оптимальной высотой каблука. Ты знаешь, я чувствую, что я стала повыше, но они абсолютно, вы знаете, вот они как тапочки, я не чувствую, что я в них, но я точно знаю, что они заметны, заметны всем, где бы я ни была. Я могу сказать, что я точно в них буду долго ходить. Посмотрите, какие элегантные, смотрите, какие красивые, но самое главное, все наши коллеги в один момент сказали: девочки, это успех. А вот Светлана Гарова договорилась о специальной цене. Специальная цена только в предпоказ. 2999 рублей я рекомендую сегодня выбирать, потому что на 3000 рублей скидка. Света, я хочу, чтобы это сказала ты. Так. Только сегодня, весенний предпоказ, новая коллекция, первое появление со скидкой 3000 рублей. Абсолютно новая коллекция, да, еще ни разу эти полуботинки не появлялись на эфирах телеканала Shop&Show. Это абсолютная новинка, вы сегодня можете приобрести ее по максимально выгодной цене, 2999 рублей. Плюс ко всему у нас есть целых 4 различных модификаций, из которых можно выбрать для себя лучшую и любимую пару обуви. Итак, Лена, ты для себя выбираешь цвет коричневый, да, из гладкой эко-кожи. Кожа мягкая, кожа эластичная, кожа, которая, кстати, еще и прекрасно дышит, да, то есть никакого парникового эффекта. Теперь давайте посмотрим с вами на лаковые модификации. Вот это, кстати, мои любимые. Ой. Да, вот я очень люблю. Мой, то есть смотри, у нас сейчас с тобой, да, будет демисезонная погода, будет таять снежок, будет очень много луж на улице. Да. Черный, посмотри, аллигатор такой просто. Да, да. Это просто шикарно. Далее вы можете выбрать для себя коричневый цвет, да, черный, коричневый выбираете. Это именно лаковая фактура. И есть два варианта, посмотрите, пожалуйста, представлены из гладкой эко-кожи. Вот коричневый, который выбирает для себя наша Елена. И плюс ко всему есть еще черный цвет. Ой. Плюс, посмотри, да, тут еще у нас носочная часть затонирована специально карнаубским воском, пяточная часть затонирована. Ой. Я считаю, что эти полуботинки просто шикарные. Так, размерная сетка. Так. Кстати, размерная сетка на все цвета. Коричневый, черный, коричневый лак, черный лак, черный лак и коричневый уже самые популярные у нас представлены. Внимание!
впервые от 36 размера до, внимание, 43 размера. Такого не было очень давно. Мы знаем, что вы спрашивали, да, Свет? Да. Я знаю, 41, 42, да. 43. Спеццены в магазинах зашкаливают. Угу. У нас на все одна цена? Скажи, на все размеры? Да, у нас на все размеры единая цена. То есть мы не занимаемся спекуляцией. Знаешь, когда в магазин приходишь, и если, например, стоит какая-нибудь пара обуви большого размера, угу, то это уже ценник X2, а то и X3 выше. В нашем случае все размеры с 36 по 43 по единой цене, которая действует только сегодня, эта цена максимально выгодна, 2999 рублей. Итак, любимые, торопитесь, пожалуйста, один единственный день в году, весенний предпоказ. Ты знаешь, Свет, я вспоминаю даже, что... Ой, ну вот это состояние, знаешь, каждый раз я жду весну. Каждый раз я себя стараюсь порадовать. Или это с прошлого года, допустим, ботиночки, или это новые. Но вот это состояние, когда ты уже... надеваешь весенние полуботинки. Это легкость, это определенный шарм, это такая молодость, это красота. И знаешь, я вспоминаю маме, когда я купила такие полуботинки, но мы с ней тоже искали, у нее 19 марта день рождения, и мы пошли чуть раньше покупать, и она говорит: «Дочь, я всегда мечтала о лаковых ботиночках». Да. Я, говорит, никогда себе этого не могла позволить, потому что это был, ну, раньше, знаете, такой жуткий дефицит, и мы на ее сложную ножку, да, мы нашли вот такую коллекцию. Она надела, я говорю: «Мама, ты такая красивая». И она, знаешь, она говорит: «Дочь, я их дома не снимаю, дома на полчасика надела». Да, вот, знаете, вот особенная коллекция. Вот это... успех, это яркость. Расскажи, пожалуйста, о них. С удовольствием. Вот насколько они практичные в жизни. Да, на самом деле лаковая кожа, это, конечно, знаешь, во-первых, да, и очень эффектно выглядит. Да. Это самое главное, потому что, конечно, первое, что нам бросается в глаза, это все-таки дизайн. Но, во-вторых, лаковая эко-кожа имеет еще и потрясающие антивандальные свойства. Во-первых, как я уже начала рассказывать вам, у нас сейчас наступает демисезонный период, когда начнет таять снежок, когда будут идти дожди, когда будет огромное количество различных луж на улице, и посмотрите, вот эта лаковая фактура, она как раз-таки будет защищать вас от влаги, то есть ваши ножки никогда не промокнут.